Библиотека имени Жернакова предлагает совершить путешествие по миниатюрам Валентина Пикуля. Валентин Пикуль – создатель уникального по своей природе жанра – исторические миниатюры. Он написал более 150 коротких рассказов миниатюр. Часть из них посвящена людям, оставившим заметный след в истории России. А другая посвящена историческим фактам и жизни зарубежных стран, в том числе и о значимых личностях, перевернувших ход мировой истории. Прежде чем создать очередное произведение, Валентин Пикуль основательно изучал документы, и это делало его произведения очень реалистичными и очень интересными для чтения. Литературным творчеством писатель занимался почти 40 лет. На счету Валентина Пикуля около 30 повестей и романов, а собрание его сочинений состоит из 28 книг. На слайде показаны издания, в которых есть эти знаменитые миниатюры, о которых мы сегодня поговорим. Многим знакомо это издание 1990 года «Кровь, слезы и лавры». Нестандартная большая книга в твердом переплете, словно энциклопедия. Современные читатели зачастую считают, что это такой большой роман, напоминающий «Войну и мир» Льва Толстого. Но это совсем не так. «Кровь, слезы и лавры» – лишь одна из миниатюр. Все остальное – другие миниатюры, а также роман «Баязет». В этом издании есть и предисловие прозаика и одного из советских редакторов журнала «Нева» Сергея Алексеевича Воронина. Эпиграфом к предисловию стоит фраза «От истории не уйдешь». Еще одна книга, которую можно без проблем найти в библиотеках нашей страны, тоже 90-го года, «Славное имя. Берегиня». «Славное имя. Берегиня» – это тоже короткая миниатюра. Непосредственно о ней будет рассказано чуть дальше. В аннотации этого издания написано, что миниатюры – представленные в книге, рассказывают о выдающихся женщинах прошлого века, сыгравших значительную роль в истории и культуре России. В этом издании вы можете найти и два романа писателя «Три возраста Акини-сана» и «Ступай и не греши». Большим подарком всем ценителям творчества Валентина Пикуля стало новое переиздание произведений писателя. Несколько лет назад издательский дом «Вече» выпустила его книги в новом исполнении. Огромный вклад внесла жена Валентина Савича, Антонина Ильинична Пикуль. Именно она является составителем всех книг этой серии. В библиотеке имени Жернакова есть чуть больше 30 книг именно в этом исполнении. Но и это еще не все. На сегодняшний день издательский дом «Вече» выпустил собрание сочинений Валентина Пикуля в разных вариантах. У нас именно такой. Книги, которые вы видите на слайде, содержат именно миниатюры. Давайте же познакомимся с ними поближе. Книга под названием «Полет и капризы гения». Миниатюра «Первый университет» познакомит нас с самим Михаилом Васильевичем Ломоносовым. День именин Петра и Павла вдруг окажется интересным разговором с самим Пушкиным. «Не говори с тоской, их нет». Будет словно дополнение Валентина Пикуля к своему первому роману «Из тупика». Для архангелогородцев этот роман особый. Имена Дрейера и Терехина носят улицы нашего города. Их подвиг знают, ценят, чтут память.
Не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были. В книге «Ястреб гнезда Петрова» вы найдете миниатюру о Демидовых, о потомке Владимира Мономаха, узнаете судьбу баловня судьбы. Предисловие к этой книге написала Антонина Пикуль. Он называется «Многоцветный венок Валентина Пикуля». Говоря о миниатюрах, она сказала так. Это своего рода ультракороткие романы, в которых биография личности спрессована до уровня гениальности. Миниатюры, включенные в эти два издания, представляют собой галерею портретов людей XVI – начала XX веков. Какую ошибку совершил доктор Боткин? Кого имел в виду Пикуль, говоря о гражданине Плюшкине? Вы узнаете, если откроете это издание. Завершает эту книгу рассказ «Ртутный король России». И в нем есть такие слова. Главное в жизни человека – честно исполнить долг перед своим народом и перед своим отечеством. Это и старался донести до читателей и сам Валентин Савич Пикуль. А теперь попробуем получше познакомиться с некоторыми его миниатюрами. Солдат Василий Михайлов. На самом же деле это Василий Михайлович из дома князей Долгоруких. По воспоминаниям современников, Долгоруков к неприятелю был суров и справедлив, к службе рачителен, но до чинов и наград не искателен. В личной жизни хлебосольный хозяин и прекрасный человек. Василий Михайлович Долгорукий Крымский заслужил общую любовь своей добротой, доступностью, бескорыстием. Завоевание Крымского полуострова и осуществил со своей армией генерал-аншеф Василий Михайлович Долгоруков. 8 апреля 1783 года правительственным манифестом Крым был включен в состав Российской империи. В 1792 году в своем имении в далекой провинции, находящейся в 1000 верстах от Петербурга, Николай Ефимович Стройский устроил, несомненно, лучшую типографию в России. Он выписал самое совершенное типографское оборудование, заказал разнообразные красивые шрифты, а также лучшую французскую бумагу. Книги печатались даже на атласе, на шелке и тафте, используя высококачественные краски. Отдельные экземпляры переплетались в газет, сафьян и пергамент. Изданные Стройским книги становились произведениями искусства. Книги издавались одновременно на русском и французском языках. Корыстных целей Николай Еремеевич Стройский никогда не ставил. Своих книг он не продавал. Он их раздаривал знакомым и высокопоставленным лицам. Посылал он их и императрице. Екатерина II ими весьма гордилась и одаривала издателя дорогими подарками. Царица любила показывать книги Стройского иностранным послам, а когда они выражали восторг, сообщала, что подобные произведения вышли из самой отдаленной провинции. Рузаевские издания по своим полиграфическим качествам смело соперничали с лучшими европейскими типографиями, даже с голландскими. А спустя век слишком, в 1913 году на международной выставке в Лейпциге все золотые призы получили книги из типографии Николая Еремеевича Струйского.
Его издания уже в XVIII веке стали библиографической редкостью, а в наши дни они являются раритетами огромной ценности. На сегодняшний момент известно 32 издания, вышедших из Рузаевской типографии. Вскоре после смерти Николая Еремеевича, по указу Павла I от 1796 года, о закрытии вольных типографий прекратила свое существование и Рузаевская книгопечатня. Но шрифты и типографские принадлежности хранились в имении. И только в начале 1840-х годов они были проданы Симбирскому губернскому правлению, где служили вплоть до 20-го столетия издательскому делу, но уже не для таких тонких изделий печати. Великолепную типографию и само имение в Рузаевке сохранить не удалось. Оборудование после смерти Струйского было продано. Произведения искусства, которыми были наполнено имение, были отправлены в московские и петербургские музеи, где их можно увидеть и сейчас. На месте дома Струйских сейчас находится школа. В музее школы сохранился лишь один предмет, возможно, принадлежавший когда-то самому Николаю Еремеевичу Струйскому. Это бронзовая чернильница. Калиостро. О, кто не слышал об этом удивительном человеке? Сколько легенд о нем ходят? В художественной литературе вы можете встретить графа Калиостро у Александра Дюма. В повести Алексея Толстого «Граф Калиостро». Даже в романе «Маятник Фуко» Умберто Эко тоже есть упоминание о Калиостро. Миниатюра «Деньги тоже стреляют». Здесь Валентин Пикуль рассказывает нам свою версию истории фальшивомонетчества. Интересно прочесть и миниатюру «Полет и капризы гения». Посвящена она Карлу Брюлову. Строгое отцовское воспитание позволило Брюлову в 10 лет поступить в Академию художеств и стать там признанным мастером. Его обожали и соученики, и профессора. Он создавал узнаваемые произведения искусства, которые отличались талантом. В 1822 году он оканчивает академию с огромным количеством медалей и благодаря гранту отправляется в Италию, где пребывает до 1834 года. Этот период отмечен интереснейшими работами, многие из которых стали классикой искусства. Брюлов наполнен настроениями романтизма. Он пишет много вне рамок канона Академии художеств, но при этом создает нечто невероятно ценное и самобытное. «Битва железных канцлеров» – это тоже миниатюра. Многие ее считают полноценным большим романом, но это не так. В этой миниатюре рассматривается своеобразная дуэль между двумя великими дипломатами и политическими деятелями того времени – Александром Горчаковым и Отто фон Бисмарком. Рассматриваемое время событий – конец 1815 и до 1914 года, почти столетие. Горчаков, который был государственным канцлером и министром иностранных дел России в 1856-1882 годах, считался одним из самых талантливых дипломатов своего времени. Его главной целью было укрепление позиций России в Европе и в мире.
а также восстановление авторитета после поражения в Крымской войне и Парижском мирном договоре, который был наложен на Россию после этой войны. А Отто фон Бисмарк был канцлером Пруссии тоже примерно в это же время. Он считался гением международной политики и одним из самых ярких представителей времени перемены. Его главной целью было объединение немецких земель в единое государство под главенством Пруссии, а также укрепление позиций Германии в Европе и в мире. Оба канцлера были мастерами дипломатической игры, и оба использовали все возможности, чтобы достичь своих целей. Данную миниатюру можно использовать в качестве факультативных занятий для студентов, изучающих историю и политологию. Михаил Константинович Сидоров. Сидоров для русского севера – это человек эпоха. Архангелогородец по рождению, он с детства от поморов-мореходов был наслышан и о Кольском полуострове, входившем тогда в состав Архангельской губернии. Позже, уехав в Сибирь и сколотив миллионные состояния на золотодобыче, Михаил Константинович большую часть этих денег вложил в проекты, связанные с развитием русского севера. Сколько интересных фактов можно найти в миниатюрах Валентина Пикуля. Обо всех мы рассказать, конечно же, не можем, но настоятельно рекомендуем к прочтению такие его миниатюры, как «Клиника доктора Захарьина», «Король русской рифмы», «Мешая дело с бездельем», «Не от крапивного семени». «Король русской рифмы» расскажет нам о замечательном поэте и военном корреспонденте Всеволоде Рождественском. «Клиника доктора Захарьина» о легендарном враче Григорине Захарьине. «Не от крапивного семени» – это миниатюра, рассказывающая о российском адвокате, судебном ораторе, который прославился способностью выигрывать даже самые сложные и запутанные дела. Его фамилия стала нарицательной. Так и сегодня называют адвокатов высокого уровня квалификации. Его зовут Фёдор Плевака. «Мешая делом с бездельем» расскажет нам о том, как, кем и почему была выведена порода лошади Орловский рысак. До сих пор в разных изданиях Пикуля встречается одна миниатюра, но с разными названиями. Первое название очень приметное, славное имя «Берегиня». А второе ее название – «Здоровая женщина, здоровая нация». Миниатюра очень интересная. Ее полезно прочитать всем, в том числе и врачам. В ней говорится о Екатерине Голицыне, на средства которой получили образование основоположники акушерства в России. «Душистая симфония жизни» расскажет нам о зарождении фабрики «Новая заря». Один исторический факт можно узнать из миниатюры «Проклятая Доггербанка». Ну и, конечно же, для Архангельской области
имя Ричарда Ченслера звучит очень много. Можно прочитать миниатюру о нем и у Валентина Пикуля «Дорогой Ричарда Ченслера». Одна из заслуг Валентина Пикуля заключается в том, что он сумел разбудить у миллионов читателей неподдельный интерес к истории. Многие современные профессиональные историки признаются, что на выбор их жизненного пути повлияли книги Валентина Пикуля, которые они прочитали в юности. А то, что многое в его романах не подтверждается историческими документами, так тем история, как наука, и отличается от художественной литературы. Вот что писал Валентин Пикуль. «К великому сожалению, у нас плохо знают историю. Будь у нас лучше поставлено историческое образование и воспитание историей, будь у нас больше прозаиков, пишущих о родном прошлом, может, и не было бы такого интереса к моим романам. Давайте помнить, что, живя и работая сегодня, мы живем в истории и для истории. И надо делать все для того, чтобы потомки наши через 100, 200, 300 лет не стыдились нас, а гордились нами». Завершая свой рассказ о миниатюрах Валентина Пикуля, скажу, что в библиотеках, конечно же, есть собрание сочинений Валентина Пикуля. Некоторые из них представлены на слайде. Спасибо за внимание.